Привет всем на канале Faro TV. Мы с вами приступаем к прохождению игры Alien Isolation. Пока что без каких-либо предисловий, истории, мы просто сразу же начнем сначала. Непосредственно сюжетный режим. Начнем новую игру, выберем средний уровень сложности и подождем нашей загрузки. Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш. И капитан Даллас. Погибли. Прерву историю, на Twitch тоже корабль есть груз вещание. Уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Вот такая история ожидает нас. Один выживший. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Нострома. Где? В системе Дзеты, созвездие Сен. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще, Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы. Например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе. И вот нам уже предоставляют возможность перемещения, изучения всего интересного в игре. И не только. Система компьютера.
И... что еще? Вроде бы ничего. Вроде бы. Итак, мы получили следующее задание. Очень ответственное. Там необходимо одеться. И... потом уже дальше. В терминалах можно сохранить игру. А если противник рядом, то нас терминал предупредит. Какой умный терминал, надо же. Сохраняемся, давайте. Все, спасибо. Итак. Использовать можно. Включил, выключил. Вот и наш шкафчик. Цель достигнута, да, точно. Вот здесь вроде бы ничего интересного больше и нет. Там мы вернулись обратно. Заберем. Такой некий шкафчик. Кстати, вот кажется и здесь. Но пусто. Неплохо, неплохо. А, собственно... какое у нас следующее задание? Интересно было узнать. Или нам так и предстоит самовольно ходить и что-либо искать, изучать? А, Рипли? Встали пораньше, Сэмюэльс? Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Поговорили. Достигнули цели, нашли эту цель нашу. И теперь... пойдем еще общаться. Ну, как интересно. Понятно. Полное функционирование, конечно же. Ладно, идем дальше. Повторюсь уже. Сейчас, секунду, вопрос в чате.
Так, все, продолжаем. Ответили на вопрос. И что? Такое впечатление сказалось, что постепенно, куда приходишь, там включается свет. Прям по датчику движения. Это мы вроде бы по кругу ходим. Здесь, наверное, были. Да. Где кто? Где с кем разговаривать? Как-то не очень уже понятно. Доброе утро, Тейлор. Же. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Экипаж явится на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Теперь мы давайте посмотрим с вами терминал. Кому? Тейлору. Инцидент с Настромом в Ант-Ютоне. Файл номер такой-то. Тейлор, я получил твой запрос, чтобы раскопать нужные файлы. Стоять. Потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию. Так что подробностей не знаю. Даже точной даты. В 2122 году грузовое судно Настром, принадлежащее корпорации в Ант-Ютане, или же Ютане, есть некие споры в произношении, пропало без вести груз, и экипаж впоследствии также не были найден, за исключением нового научного сотрудника. Все члены команды уже давно работали вместе, всего на борту было семеро. Даллас, капитан, Эш, научный сотрудник, Кейн или Каин. Вопрос первый, помощник Рипли, лейтенант, Ламберт, штурман. Может быть, даже Ламберт, хотя это вряд ли. Паркер, главный инженер, Бретт, инженер-техник. В Ант-Ютоне потеряли на этом кучу денег. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой, так я понял. Они не любят вспоминать об этом случае. Короче, постараюсь попозже раздобыть файл, чтобы пояснить, какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с этим разобраться. Если повезет, получается получить что-то крупное. Сол. Интересно, достаточно. Грузовой. Манифест Торренса, космический корабль, задача доставки поисковой группы корпорации, пассажиры. Ну, в принципе, далее ничего особо интересного и нет. Покидаем терминал, отправляемся на мостик. Мостик, скорее всего, мы уже видели. Музыка. Чудесно. Космическое радио. Идем мы, идем. И подходим мы. Знаете, среди всего столь хорошего не помешало бы хоть какие-то обозначения. Ориентиры. Куда конкретно идти? Хотя это может быть рассчитано, что по какому пути пришел, по такому и уходи. Или же на уже знание корабля из определенных источников. Ну а если... Может быть другая ситуация. А вот еще... Нет, не работает.
Вернее, использовать нельзя. Или же все здесь рассчитано, что все рядом. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка? Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Любопытно. Папка какая-то. Давайте возьмем папку. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер KKM7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Интересные достаточно события. Возможно, нам также предстоит в одиночку уже справляться. По большей степени. Итак, приходим в себя. Ну
нужно что-то делать. Я думаю, если согласитесь найти помощь, действительно. Избавились от скафандра. И ищем помощь. Ищем. Сейчас будем кричать: спасите, помогите. Или есть кто-нибудь. Сохраняем игру, конечно же. Полезного и интересного. Не видно-то ничего. Внимание! Равновесие станции нарушено. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Да ладно. Через вентиляцию пойдем. Вернее, наверное, поползем. Кстати, хочу заметить, пока что мы вообще никого еще не обнаружили. За исключением предметов различных. И снова терминал. Что здесь интересного может быть? Кнопка повреждена, общая. Техническая служба, вывод эксплуатации. То есть поломка. Или же правила использования. Правильно. Понятно. Что нельзя ничего никому ломать на данном корабле космическом. И вот эксплуатация не означает забирать, что хочешь. Все имущество компании строго подсчитано. Если я вижу, что кто-то решил прикарманить оборудование, я лично провожу вора к начальнику службы безопасности. Соответственно, вот в чем суть всего данного сообщения. Ну, это как-то относительно интересно в некоторой степени, но информативно. Может быть, даже пригодится. Опа. И упали. Куда мы упали? Конечно ж, не видно ж ничего. Зараза. Хотя бы файер все. То, что надо. Выбираем файер. Используем. Теперь светлее. Можно, кстати, и бросить, или положить. Fire. Да нет, я вот подожду.
пока туда не пойду. Хочу тут посмотреть, может что интересное есть. Залезть можно. Так. А если там пройдем? Особо интересного нет. Чемоданы можно передвигать. Весело. Собираемся. Фаер там бросила. Или с собой взяла-то. Бросили там. Ну ладно. Радио снова у нас тут. А если вернуться и попробовать забрать обратно в инвентарь? Есть, а может и нету. Восстановите подачу энергии. Попробуем, но не обещаем, что восстановим. Карта доступна. Супер. Здесь хоть что-нибудь работает? Подать энергию интересным каким же таким образом конкретным. Я понимаю, что задумка на сообразительность и смекалку в такой некоторой степени, но фаер-то выбросили не по своему желанию. И не очень хорошо все видно. Даже лампу забрать нельзя, вот назовем это так. Хотя это и не лампа, и фонарь даже. Вот вижу искры. Может к ним? Нет, не к ним. Терминал не отзывается. Кнопок никаких не видно. Хотя если... А, вот. Подсказка, да ладно. Серьезно. Завели мы генератор. Завели, давайте сохранимся. Терминал. Заначка. Самое главное запомнить код 0340. Далее. Нет, стоп. Что-то случайно вышел. Общее. На
Значит, система Apollo и андроиды компании Sixson продолжают работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Мы желаем вам всего наилучшего. Севастополь — это не просто станция, это люди. Значит, могут быть андроиды, получается. Дальше, аудио. Утилиты, силовой щит. Остановить подачу энергии в зале отправления. Восстановили вроде бы. Более интересного еще нет здесь. Теперь попробуем активировать код доступа к двери. Дверь непосредственно, наверное, вот это. И туда. Сжали. Да, открыли. Что-то тут интересное есть. Возьмем все, что только можно найти. И аптечка. Получен чертеж. У нас достаточно компонентов для создания аптечки. Создаем. И теперь, наверное, воспользуемся ею. Собственно, аптечкой. А еще одну можно создать. Есть, есть и есть. А, нет, можешь. Хотя мы вроде все. А, вот, все вижу. Хлама не хватает. 10 нужно. Найдем хлам. Сделаем еще одну аптечку. Тогда. Вот как раз на аптечку хватит. Все, аптечку создали. И теперь куда там нам идти можно и нужно. Да, в этом направлении мы там открывали дверь путем подачи электричества. Электричество может ударить, надо присесть. Что тут случилось? Неплохой вид. Что тогда случилось? Еще что случится? Торренс. Я здесь. Я здесь, Верлен. Твою ж мать! Ой, как весело.
Вообще весь свет выключили. Что за наглость? Так ничего не видно. Они еще и выключили. Правда, непонятно, кто выключил. Но тем не менее. А вон генератор нашли. Шумел. Названная в честь основателя корпорации Сиксу. Рабочим и их семьям предлагаются комфортабельные квартиры, а те, кто приехал по делам бизнеса, могут остановиться в номерах люкс. Аудиозапись немного позже послушаем. Можно сохраниться. Давайте снова сохранимся. Терминал. Это, мне кажется, уже часто придется читать терминалы. Кислород перекрыт. Извини, Зои. На следующей неделе ты не работаешь. Магазин испытал эти финансовые трудности с финансами. Да, все взаимосвязано. Финансовые финансы. Дела идут плохо, не только у нас. В общем, увольнение у кого-то тут. Печально. Что такое Apollo? Всем работникам космопорта. В целях предоставления паники необходимо. Предотвращение, извиняюсь. Довести до сведения всех потенциальных пассажиров. В общем, чрезвычайная ситуация чуть было не свершилась. Понятно. В шахту вентиляционно немного позже отправимся. Сейчас мы тут еще. Желательно было бы посмотреть, но да ладно. Открываем шахту и куда мы отправимся? Просто спрятаться, что нужно. Или что? Куда мы прибыли? Интересно бы узнать. Напоминает. Может, здесь случайно не проходили? Это все на куски разваливается. Нет, не проходили. Прыгать не хотим, значит. Почему прыгать не хотим? Вот интересно. Я не понимаю, здесь что? Пройти нельзя? Или почему нельзя пройти? А вот, используй. Вот обязательно нужно так пробираться, перепрыгнуть просто там через чемоданы нельзя было. Как, в принципе, и здесь. Сейчас тоже перепрыгнешь. Немного странно.
все просто обходишь. Ничего полезного. Не надо было фаер выкидывать. А то теперь пугаешься. А тут свет. И там свет. Впереди выход. Необходим специальный инструмент. Какая интрига. Где нам искать этот специальный инструмент? Понятно. В общем, снова нужно подать энергию. И здесь инструмент нужен. Сейчас пойдем искать инструмент. Неплохой способ прятаться. Правда, вот посидели мы. Никто ко мне пришел. Сохраняемся уже в очередной раз. Да ладно. Прям все так серьезно. И чего у нас тут? Чего тут интересного, наверное, можно найти? Аудиозапись. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться.
нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Да. Есть специальный инструмент. Давайте. Уважаемые задумщики. Нам уже пора бы найти. Вентиляция снова поможет нам. Так. Забрались. Запись. Черт. Давайте возьмем жетон и вот этот, скорее всего, да, специальный инструмент. Супер. Мне это нужно больше, чем тебе. Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. На станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли, спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это капец, как мне страшно, люди. Я замерз уже, как цуцик. Бывает и такое. Открываем двери нашим специальным инструментом. Интересный способ блокировки дверей. И теперь мы избавимся от всех замков. Да ладно, Файер, неужели? Запись. Запрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Где-то у нас еще был замок. Кто-то шумит подозрительно. Ой-ой. Стоит быть внимательными. Я Рипли. И откуда ты? Рипли! С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну? Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела.
Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Так. Значит, на данном этапе прохождения будет завершено. Всем спасибо.